На выборах кандидатов в депутаты Сената парламента Казахстана впервые будет применена электронная регистрация выборщиков с подведением предварительных итогов. Об этом рассказал представитель Центральной избирательной комиссии Ерлан Кусмуратов. По его словам, уже составлен окончательный список кандидатов в депутаты Сената, которых зарегистрировано 38. А вот количество выборщиков, которые примут участие в голосовании, составляет 3293 человека. Отметим, что сегодня в полночь завершается третий этап избирательной кампании – предвыборная агитация. А завтра – день тишины, где все областные и городские избирательные комиссии будут заниматься подготовкой к голосованию, которые назначены на 28 июня. Местными исполнительными органами на местах полностью укомплектованы необходимым оборудованием помещения для голосования, созданием 37 рабочих мест по регистрации выборщиков. Также, что территориальными избирательными комиссиями областей и городов Астаны и Алматы назначены 45 операторов по работе с функционалом.